С отчетом о деятельности отдела МВД перед депутатами выступил начальник отдела полковник полиции Андрей Терехин. По результатам работы за прошлый год сохранилось снижение отдельных видов преступлений. Меньше совершено грабежей, квартирных краж, а также угонов автотранспорта. Благодаря профилактике, проведенной совместно с администрацией города, удалось снизить на 2,5% число погибших в дорожно-транспортных происшествиях. Депутаты приняли решение о наименовании новых улиц. Так в селе Витязево появится улица Андрея Янжиевского. Андрей Андреевич годы Великой Отечественной войны воевал на Южном 4-м Украинском и 1-м Белорусском фронтах. За мужество, отвагу и героизм, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, младшему сержанту Янжиевскому присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая звезда». Также депутаты внесли изменения в бюджет муниципального образования. Увеличиваются расходы на развитие дошкольного, общего и дополнительного образования, на профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни.